Удивительные технологии в природе. Дельфины. Семьдесят процентов всей поверхности Земли покрыта океанами. В этих обширных голубых водах обитают в совершенной гармонии многие виды живых существ. И одни из них – дельфины. Самые улыбчивые и близкие друзья человека в море. Дельфины, пожалуй, являются и самыми умными животными водной стихии. Они очень отзывчивы, дружелюбны. Хорошо понимают и выполняют подаваемые им команды. Их тела сотворены согласно превосходному инженерному проекту. Мы привыкли всегда видеть дельфинов на поверхности воды, хотя большую часть своей жизни они проводят в глубинах вод. Там, где видеть друг друга и находить корм, очень нелегко. Но оказывается, в этих темных глубинах дельфины видят гораздо лучше, чем мы видим при дневном свете. Хорошо, но как же это им удается? Аллах наделил дельфинов сложнейшей комплексной системой, которая позволяет им ориентироваться посредством звуковых волн. Ученые называют это явление эхолокацией. Чтобы понять, как дельфины ориентируются в воде, нам нужно взглянуть на устройство их головы. В верхней части головы дельфинов имеется дыхательное отверстие, а сразу же под ним мешочки-пузырьки, заполненные воздухом. Пропуская воздух через эти пузырьки, дельфины издают звуки высокой частоты, которые, попадая в особый, заполненный жиром мешочек на передней части головы дельфина, преобразуются в звуковые волны. Потом дельфин посылает эти звуковые волны с короткими промежутками в пространство. Звуковые волны, отражающиеся от каких-либо объектов, с той же периодичностью возвращаются назад. Дельфины прослушивают эти отголоски очень внимательно. Звуковые волны улавливаются сначала специальной частью нижней челюсти, называемой акустическим окном, а оттуда они передаются во внутреннее ухо и анализируются мозгом. Поступающие извне отголоски дают дельфинам детальное представление об удаленности, размерах и движении объектов в море. Дельфины, благодаря уникальной системе, могут прочесывать обширные территории, словно бы составляя карту всего моря.
это безупречная гидролокационная система, с помощью которой дельфин сканирует морское дно, подобно электронному прибору. Построение столь высокотехнологической системы из плоти и кости и размещение ее в организме морского животного – это ясное свидетельство непревзойденного искусства творения Аллаха. Современные подводные лодки также ориентируются с помощью гидролокатора. Но ведь технология, которой человек смог достичь только в 20 веке, используется дельфинами уже миллионы лет. О том, что живое существо могло стать обладателем столь чудесной системы лишь по собственной воле, не может быть и речи. Высокотехнологичные особенности строения дельфинов являются бесспорным доказательством тому, что эти существа сотворены Аллахом. Однако определение объектов в море не единственное предназначение высокочастотной акустической системы. Дельфины используют ее и при охоте. Группа дельфинов направляет свои сильнодействующие звуковые волны на косяки рыб, тем самым оглушая их и готовя себе легкую добычу. Рыбы, оглушенные этим превосходным оружием, становятся готовым угощением и для морских птиц. Дельфины используют свои гидролокаторы также и в качестве средства сообщения для налаживания между собой поразительной системы коммуникаций. К примеру, они могут общаться между собой на расстоянии 220 километров. Это означает, что один дельфин, находящийся в Босфорском проливе, может общаться с другим, который плавает в Дарданеллах. Это восхитительная система связи, используется дельфинами преимущественно для поиска супруги и передачи друг другу сигнала об опасности. Глаз дельфина. Аллах сотворил каждое живое существо самой совершенной зрительной системой, обеспечивающей все его нужды. Люди также наделены безупречными глазами, органами зрения, которые дают им прекрасную возможность видеть на суше. В воде же видимое нами изображение мутнеет. Причина этого в том, что человеческий глаз в водной среде испытывает проблемы с фокусированием. Для устранения этих проблем мы используем подводные очки, которые образуют вокруг глаз прослойку воздуха. И под водой мы можем видеть четко только в таких очках. Таким же образом, для проведения съемок под водой люди используют камеры, изготовленные по специальной технологии. А глаза дельфина, точно суперсовременные камеры, обеспечивают четкое качество изображения как под водой, так и на ее поверхности. В глазах дельфина размещены линзы, обладающие специфическими особенностями. Линзы расширяются или сужаются в зависимости от количества поступающего света, благодаря чему дельфины видят очень хорошо и в воде, и над ней, что очень важно для них.
При каждом выходе на поверхность дельфины внимательно следят за полетами стай птиц. Ведь если птицы начали кружить и летать над каким-либо местом в море, значит, они обнаружили там косяк рыб. И дельфины это очень хорошо знают, и поэтому с легкостью находят себе добычу. Особые защитные механизмы глаз оберегают их и от воздействия соленой морской воды. Глаза дельфина имеют и другую особенность. Они способны видеть одновременно в нескольких направлениях. Благодаря этому дельфин может смотреть вперед по направлению плавания и одновременно по сторонам, нет ли поблизости опасности. К примеру, стаи акул. Более того, при необходимости дельфин может закрыть один глаз, тогда одна половинка мозга погрузится в сон. Потом он закрывает другой и дает возможность отдохнуть второй половинке мозга. Таким образом, он никогда не засыпает полностью и всегда начеку. Сторонники теории эволюции утверждают, что все живые существа на Земле с их безупречными системами зародились случайно и развелись поэтапно. Следовательно, дельфины с их гидролокационной системой и точнейшим зрительным механизмом также должны были бы появиться случайно. Но почему же тогда никто из эволюционистов не говорит о случайном появлении электронной локационной системы подводных лодок или цифровой камеры в результате простых совпадений? Что же касается глаз дельфина, заключающих в себе куда более превосходные технологии, или его биоакустической системы, поистине чудо инженерии, то утверждение о случайном их появлении в данном случае будет куда более неразумным. Факт наличия в организме животного столь высокотехнологических систем говорит о совершенно очевидной истине. Дельфины сотворены Всевышним Создателем, Аллахом. И всеми особенностями их также наделил Господь. Кожа дельфина. Люди работают над постройкой морских транспортных средств, которые можно было бы использовать в любых трудных условиях. Но каждое морское судно должно преодолевать и другое серьезное препятствие – силу трения воды. С повышением скорости повышается и сила трения воды. Поэтому для постройки кораблей, субмарин и прочих морских судов инженеры гидродинамики разрабатывают проекты, которые позволяли бы снизить силу трения воды до минимума. Значительная часть энергии, вырабатываемой двигателями морских судов, тратится именно на преодоление этой силы. Дельфины очень любят быстро плавать. Морское судно, плывущее с такой же скоростью, несомненно, столкнется и с большой силой трения. Но для дельфинов такой проблемы нет. Поскольку Аллах, сотворивший их из небытия, одновременно создал и все необходимые им системы.
Кожа и строение тела дельфинов обладают функциями, которые сводят силу трения воды до минимума. А сейчас давайте ознакомимся с этими функциями поближе. При быстром плавании на коже животного возникает постоянная прослойка практически неподвижной воды. Эта прослойка называется предельным слоем трения. В момент образования водных завихрений, наделенная упругостью кожа начинает вибрировать. Кожа колеблется в обратном направлении от водных завихрений, которые образуются в предельном слое трения, таким образом гася их и препятствуя образованию трения воды. Результат – быстрое и свободное плавание. Этот проект – настоящее чудо инженерии. Немецкие инженеры-гидрологи, которые обнаружили эту особенность строения кожи дельфина, после 4 лет исследований сумели разработать специальное покрытие для субмарин, обладающее аналогичными свойствами. И у подводных судов с этим покрытием было достигнуто 250-процентное повышение скорости. Разумеется, что случайное образование этого превосходного проекта, служащего людям примером для подражания, категорически невозможно. Настолько совершенная система может быть создана только высшим знанием и умом. А это еще раз показывает нам очевидную истину. Дельфины сотворены Всевышним Создателем. Эти особенности дельфинов, являющиеся чудом дизайна и инженерии, только одно из бесчисленных свидетельств великолепного сотворения Аллахом живых существ. Для тех, кто могут узреть величие Аллаха и его искусство творения, каждое существо в природе наделено необычайными, чудесными особенностями. В одном из аятов Корана Аллах говорит так: «Все это для мудрого созерцания и напоминания всякому рабу, искренне обратившемуся к Аллаху». Слоны. Это Африка. Этот континент населяет всевозможные живые существа. А это самое большое в мире животное суши. Огромное туловище слона размером почти с одноэтажное здание. Вес одного слона равен общему весу примерно 50 человек. В обычных условиях эти животные проживают до 70 лет. Слоны передвигаются стадами, в которых насчитывается около 30 особей. Во главе стада находится слониха-вожак. Ее решение обязательно для всех. В стаде всегда наблюдается образцовая иерархия и дисциплина. Один слон съедает за день почти 225 килограмм травы. Это означает, что стадо слонов из 30 особей потребляет в день до 7 тонн растительного корма.
Недостаток воды для столь крупного животного, живущего под палящим солнцем, довольно серьезная проблема. Поэтому слонам необходимо ежедневно находить источник питья. Чтобы найти воду и корм, слоны при необходимости могут проходить до 50 километров без отдыха и проводить 3 дня без воды. Их организм сотворен в строгом соответствии с нелегкими условиями их обитания. А сейчас давайте ознакомимся с особенностями слонов поближе и станем свидетелями чудес сотворения этих милых животных. Хобот. Хобот – первый, самый главный помощник слона. Он позволяет животному осуществлять множество различных действий. В 18 веке ученые полагали, что хобот слона состоит из одной цельной мышцы. Но современные исследования ввергли ученых в изумление. В то время как число мышц в человеческом теле не превышает 639, один только хобот слона составлен из сотен тысяч мышц. Эти мышцы в форме соединенных между собой колец обеспечивают слону широчайший спектр движений. Хобот состоит из двух основных групп мышц. Перекрестно связанные мышцы обеспечивают возможность загибать хобот в любую сторону. Эта группа мышц дает возможность выполнять тяжелые движения и действует подобно подъемнику. А некоторые группы мышц превосходным образом отвечают за самые тонкие и точные действия. Эти участки чувствительны так же, как и пальцы человека. Хобот – это для слона не только нос, но и практически все. Если почему-то он окажется поврежден, то это в скором времени может стать причиной смерти животного. Сторонники эволюционной теории утверждают о случайном и поэтапном появлении особенностей живых существ. Хотя такая комплексная структура, как хобот слона, сможет выполнять возложенные на него функции только при одновременном наличии всех сотен тысяч мышц. К примеру, при отсутствии хотя бы одной из этих мышечных групп, слон не сможет двигать хоботом и вскоре погибнет. Между тем, слоны вот уже миллионы лет используют свои хоботы совершенно легко. Эти безукоризненные проекты в организмах животных еще раз демонстрируют, что все живое сотворено Аллахом. Ноги. Слоны, являющиеся самыми крупными на планете животными суши, весят примерно 5 тонн. И непринужденное передвижение этих существ, несмотря на их вес, несомненно, требует наличия особого проекта. Будь эти животные чуть более крупными, их ноги не выдержали бы возросшей нагрузки. Однако ноги слонов – это поистине чудо инженерии. Несмотря на свой вес, слоны ступают по земле удивительно мягко. Под костями пальцев животного имеется упругий жировой слой, выполняющий роль своеобразной подушки. Это специальная система амортизации, созданная для слонов. Эта прослойка, размещенная в стопе слона словно подушка, равномерно распределяет оказываемое на землю давление и в то же время
позволяет животному легко поднимать ногу. Благодаря этому слоны, несмотря на свой вес, могут совершать длительные переходы. Согласно законам физики, давление, оказываемое на единицу площади женщины в туфлях на высоком каблуке, намного превышает давление, оказываемое одной конечностью слона. Если следовать доводам ученых-эволюционистов, которые предполагают, что живые существа оказались в своем нынешнем превосходном виде благодаря поэтапным видоизменениям, то эти огромные существа лишь от одного отсутствия жировой прослойки стоп не смогли бы передвигаться еще в момент своего появления, а следовательно вымерли бы от голода и жажды. Но ничего подобного не произошло, поскольку слоны своим нынешним превосходным видом демонстрируют нам искусство творения нашего всемогущего Господа, Создателя всего сущего и обладателя безграничного знания. Безмолвное общение. В современной жизни чрезвычайно важно общение. Слоны, которые также живут группами, налаживают между собой превосходную систему общения. Эта система долгое время была предметом изучения ученых. Проведенные исследования показали, что слоны общаются между собой посредством инфразвуков, которые ухо человека не в состоянии слышать. Выяснилось, что слоны используют специальный инфразвуковой язык, на котором могут спокойно разговаривать на расстоянии 4 километров друг от друга. Ученые определили пока только 30 условных позывных, используемых слонами. Инфразвук образуется во время движения больших масс при таких природных явлениях, как, например, взрывы вулканов. Это очень сильный, но в то же время низкочастотный звук. Человек может воспринимать его только при помощи специальной аппаратуры. Считалось, что киты, самые крупные морские животные, это единственные в мире существа, способные излучать инфразвук. Но сегодня мы знаем, что общаются таким образом и слоны. Как считают ученые, при благоприятных погодных условиях посредством инфразвука слоны могут посылать сигналы даже на расстояние в 10 километров. Этот удивительный факт выявляет гигантскую коммуникационную сеть, распространяющуюся на очень большие территории. Это специальная система сообщения, превосходное чувство, сотворенное Аллахом для слонов. Главная же сила инфразвука заключается в способе его распространения. Высокочастотные звуки, которые состоят из коротких волн, очень скоро теряют свое влияние. Но длина волн инфразвука очень большая, и он может распространяться на большие территории, не теряя при этом свои силы. Благодаря этому слоны могут легко координировать передвижение своих стад, которые порой растягиваются на несколько километров. В момент опасности слоны используют еще один особый метод сообщения. К примеру, столкнувшись с носорогом. Они сообщают об опасности другим группам слонов, начиная сильно топать ногами, так что колебания, образуемые топотом, доносятся и до других стад. Благодаря этому животные предпринимают заблаговременные меры, избегая столкновения с опасностью. Заключение. Особенности, которыми обладают живые существа, являются предельно очевидным доказательством того, что эти существа сотворены Аллахом. Об этой истине один из аятов Корана гласит так: «И в вашем творении
и во многих животных, которых он рассыпал по всей земле, есть знамение для тех людей, кто в вере тверд. Каждая обнаруживаемая со временем особенность слонов свидетельствует о той же истине. Самое крупное на земле животное суши, коим является слон, со всеми его превосходными особенностями, о которых рассказал этот фильм, есть создание Господа миров, Всевышнего Аллаха.